Извини, а ты... чем могу тебе помочь? Ты живешь здесь? Ну да, тут... ты хозяйка? Ну да, ты в таком странном наряде? Совсем он не странный. Что значит не странный для тебя? Никто в таком не ходит, а я хожу. Ты что, сфоткала меня? Ну да, сказала бы. Я тогда улыбнулся. Он был одет в костюм динозавра и пытался к нам войти. А, как этот парень? Я Тирекс. Рад знакомству с тобой. Но мне интересно, кто ты. Ты злая. Ну и что? Ну и зачем ты преследуешь меня? Я не преследую. Не ври, это же очевидно. Злючка. Ну что, какие-то проблемы? Разве мы с ним не похожи, а? Подумала. Правда?